В момент, когда сложно сделать обоснованный выбор ввиду отсутствия знаний или на первый взгляд существенных отличий, человек склонен полагаться на авторитет и опыт других людей. А человек-музыкант, как никто другой, склонен пребывать в состоянии сложного выбора. Привет, с вами компания Лютнер, я Дмитрий Остросаблин, и сегодня вам расскажу о представителе устройств типа компрессоры от ненуждающегося в представлении бренда, чей опыт нескольких десятилетий является в индустрии гитаро-педалестроения не только авторитетным, но и, не побоюсь этого слова, эталонным. В руках у меня компрессор MXR DynaComp от компании Dunlop. К заставке! Созданная в 1972 году Китом Барром и Терри Шервудом компания MXR, прежде чем перейти через 15 лет под управление Dunlop, успела основательно зарекомендовать себя на рынке производства гитарных педалей с позиции абсолютной надежности, качества звучания и физической неубиваемости. Переоценить влияние некоторых из них очень сложно. К примеру, педаль Phase 90 не только во многом определила звучание классического рока 70-х и стала эталоном при производстве аналогов этого эффекта другими компаниями, но и до сих пор является наиболее популярной в своем сегменте. А появившиеся несколько позже DynaComp и Bluebox Fuzz и поныне занимают лидирующие строчки среди этих наиболее популярных гитарных эффектов. Эдди Ван Хален, Джимми Пейдж, Даймбек Дэррол, Рэнди Роуз – в выборе этими ребятами эффектов MXR сомневаться не стоит. Чем же так примечателен компрессор MXR DynaCorp и почему на него следует обратить свое внимание? Немного отойдем в сторону и вспомним, что же такое компрессор. Компрессор – это устройство, изменяющее, а если точнее уменьшающее динамический диапазон входящего сигнала. Также можно сказать, что уменьшается разница между тихими и громкими нотами. А если еще короче, то тихое делается громче, а громкое делается тише. А попутно добавляет некоторые, так сказать, сочности, делая звучание гитары чище, ярче, острее. Но неприятным нюансом работы компрессора является большое количество различных показателей, влияющих на исходный сигнал, и с ними достаточно сложно работать. Атака, релиз, трэш-холд, гейт, колено кривой, степень сжатия – все это требует дополнительного времени и знаний, но в первую очередь, конечно, времени. Наш же компрессор максимально простой в обращении. У него одна кнопка футсвича и два регулятора, один из которых вообще отвечает за громкость, поскольку компрессор от слова компрессия сжатия немного зажимает громкие ноты и требует впоследствии некоторой компенсации громкости сигнала на выходе. Кстати, эта ручка при высоких показателях позволяет сделать сигнал на выходе громче, чем на входе, и педаль даже может стать бустером, только с более четкой атакой. Но в идеале она здесь, конечно же, всего лишь для того, чтобы выровнять громкость между режимами байпас и самого эффекта. А где же все регулировки управления вышеперечисленными атрибутами компрессора, гейтами, трэш-холдами, релизами и так далее? А вот как раз в этом и заключается прелесть этой педали, одной из первых совершивших революцию в этом направлении. Реализовано это путем установки в корпус всего одной ручки управления под названием Sensitivity и особого алгоритма обработки входящего сигнала, который как бы угадывает необходимый правильный баланс характеристик в конкретный момент времени в вашей игры. Давайте зачекаем фишку этой комбинации вместе с гитаристом Александром Гордовым, который мне сегодня в этом помогает. По-моему, работает более чем адекватно, и мусолить этот вопрос дальше смысла нет. Педаль по праву занимает свое место в пантеоне главных гитарных эффектов. Единственное, что она может делать, это периодически менять свой внешний вид, что конкретно в этой версии педали Dunlop и реализовали. Запитывается компрессор MXR DynaComp от 9-вольтового блока питания. Но инженеры не пожалели пространства внутри и для батарейки типа крона, но для этого придется немного поработать отверткой. Помимо ожидаемых крышек на потенциометры, в комплекте с педалью еще идет блистер с 4 таблетками от зависти для своих знакомых. Их же можно использовать как противоскользящие и немного приподнимающие над поверхностью ножки для педали.
Данное устройство от компании Dunlop под названием MXR DynaComp является, безусловно, авторитетом среди подобных и призвано сделать работу с компрессорами продуктивней, проще, приятней, а вашу игру качественней во всех смыслах. Приобрести этот компрессор вы можете уже сейчас в магазинах вашего города. А с вами была компания Lutner, я Дмитрий Остросаблин. До новых встреч!